Ввести в оборот неиспользуемые земли. Такая задача ставится перед муниципалитетами республики. В Чебоксарском районе удалось ввести в оборот более 1000 гектаров из 4. Какими еще результатами завершилось первое полугодие, глава республики Михаил Игнатьев обсудил с активом района. В Чебоксарском районе глава республики посетил одно из успешных сельхозпредприятий – колхоз имени Ленина. Председатель хозяйства Петр Тунгулов рассказал, что использование современной техники позволило минимизировать ручной труд. Выручка предприятия в 2015 году превысила 90 миллионов рублей. Руководитель хозяйства добавил, в ближайшее время планирует увеличить дойное стадо еще на 50 голов. Сейчас в хозяйстве 480 коров. Социальное развитие Чебоксарского района Михаил Игнатьев обсудил на встрече с главой района Андреем Николаевым и исполняющим обязанности главы администрации Владимиром Дмитриевым. Основные вопросы – подготовка школ к новому учебному году, ремонт и строительство автомобильных дорог. На встрече с жителями района Михаил Игнатьев отметил, необходимо сохранить положительную тенденцию развития муниципалитета. Касаясь доходной части, она у вас неплохо пополняется. Ведущая отрасль района, агропромышленный комплекс, в этом году получила 925 миллионов рублей инвестиций. Создано 88 рабочих мест. Такие вливания дают свой результат. Индекс промпроизводства 136%. Это первое место в регионе. На встрече министр сельского хозяйства отметил и проблемную точку. Предбанкротное состояние предприятия «Чувашский бройлер». 296 человек получили уведомление, что они будут сокращены. 162 человека с 5 сентября, 134 с 14 и 9 человек с 29 сентября. По состоянию на 1 августа там 430 человек, средняя списочная численность. Понятно, без работы никого не оставят. И службу занятости поработают все те, кто обращались, их на работу устроили. Михаил Игнатьев ответил на вопросы жителей Чебоксарского района, которые касались доступности медицинской помощи, строительства высокоскоростной магистрали Москва-Казань на территории муниципалитета. На встрече были вручены благодарности лучшим работникам и спортсменам района. Татьяна Молокова, Республика.